Я регулярно провожу закрытые прямые эфиры с моими ученицами и смотрю, как они выполняют технику массажа. И замечаю, что даже в самых простых движениях могут быть ошибки. Одно из таких движений я покажу вам, и вы расскажете о своих ощущениях. Так что приготовьте какой-нибудь крем или масло для того, чтобы сделать со мной массаж. Без крема делать нельзя. Ни в коем случае. Его нужно достаточно большое количество. Вот сюда. Мы будем прорабатывать зону глаз. Давайте начинать. Наносите сюда крем. И для того, чтобы обеспечить расслабление круговой мышцы глаза, вам нужно протирать пальцы вот в этой области. Как делают мои ученицы. Вот здесь гладят. Вот так. И как бы все. Проглаживание на этом заканчивается. Но здесь очень важно пальцем, который прорабатывает снизу, подхватывать мышцу правильно. То есть прогладили, оттянули мышцу. И здесь на перекрестном движении должно быть перетирание. Не просто гладить, а перетирать. И именно в этом случае это даст вам результат. Попробуйте вместе со мной. Снизу. Оп. Два. Скольжение должно быть хорошее. И не забывайте подхватывать указательным пальцем. Напишите о своих ощущениях в комментариях. Делайте массаж правильно. А чтобы это осуществить, проходите мои курсы, где все максимально подробно рассказано и есть моя обратная связь, где я могу вам подсказать, как делать правильно, чтобы ваше лицо вставало в правильное положение и выглядело прекрасно. До новых встреч!